мы всем сделали предложение. Все, кто там может нам помочь, все, кто, скажем, не играет в своих клубах, Богомаев, Зазвонкин, мы все им сделали предложение. Поэтому. Ну, похоже, Зазвонкин уже, наверное, подумал, поэтому, наверное, перейдет Черноморец. Ну, только можем пожелать ему удачи. Но только не в нашей игре. А Данил Карпов? Данил Карпов, ну, 100% он к нам не перейдет, потому что он решает задачу вывода Краснодара-2 в первый дивизион. Да, все позиции. И хорошие футболисты всегда нужны, поэтому нет такой какой-то конкретной позиции. Конечно, ну, наверное, ищем нападающего, да, наверное, первоочередное, да, центральный нападающий. Поэтому работа идет. К сожалению, идет тяжеловато, но надеюсь, что-то получится.